Мы продолжаем говорить об осуществляемых реформах, преобразованиях во всех сферах и отраслях, которые ориентированы прежде всего на создание достойных условий для граждан республики. Необходимо также отметить, что и проводимая работа по увеличению жилого фонда с созданием необходимой инфраструктуры не стоит на месте. К примеру, Андижанская область. Здесь, в регионе, на площади в 20 гектаров земли будут возведены сотни 5- и 7-этажных домов. Ну а в эти дни началось строительство сразу 34 многоэтажек. В предгорье Хаджабадского района Андижанской области вырастает новый современный городок. Согласно предоставленным данным, на площади в 20 гектаров планируется построить около 100 5- и 7-этажных домов. В настоящее время начато возведение 34 из них. Привлечены около 1000 единиц техники, более 1750 строителей, инженеров, архитекторов, специалистов по водоснабжению, дорожников. К ним присоединились и свыше 400 представителей неорганизованной молодежи. Хаким области прежде всего провел беседу с приглашенными из Хаджабадского района 370 и прибывшими на добровольной основе из города Андижан 200 молодыми людьми. И к каждому из них прикрепили по одному строителю. Худоймга шукр, мен шунчалик курулишларни қилиб, мен ўтган ҳам ёмон бўлганим йўқ, бир яна болам мол олдим. Слава Богу, в прошлом году, работая на строительстве, купил домашний скот, укрепляя семейный бюджет. Начал строительство дома. Буду усердно работать и здесь, ведь от этого зависит достаток в доме. Реализация жизненных планов. Работать для Андижана, для страны. Работа закипела. Каждый старается внести свой вклад в это благое дело. Все они распределены по более чем 20 строительным организациям. Закончил экономический профессиональный колледж. Был без работы. Спасибо президенту за созданные для нас рабочие места. Будем участвовать в строительных работах, в процессе благоустройства. И некоторые цифры относительно строительства современного жилого фонда. Если в 2018 году в Андижанской области новоселье в новых домах справили 1205 семей, то в прошлом 2019 для 1400 семей в эксплуатацию были сданы 49 многоэтажек и 224 дома на 2 сотках каждой. И этот показатель растет с каждым годом. К тому же в городе Андижан возводится 2 16-этажных дома. На строительной площадке для рабочих и специалистов созданы все благоприятные условия. Представители МЧС, строительных организаций и других соответствующих ведомств организовывают активную работу. Первый этап строительства намечается завершить до 1 сентября этого года. И этот созидательный процесс придает андижанцам все больше сил и энергии.